Друзья, всех приветствую, пока прогревается машина. Решил начать это видео именно с этого момента. Сегодня мы отправимся к бате и посмотрим, что он там сделал с мотоблоком. Он уже сделал самодельный прицеп. Покажу, все расскажу. После чего попробуем на нем прокатиться, то есть тест-драйв такой устроить своеобразный. Не знаю, что с этого выйдет, но я думаю, будет интересно. И после этого еще съездим, хочу съездить, посмотреть, что там Саша сделал в Кунге. Поэтому устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Итак, мы уже у бати дома. Там стоит мотоблок. Ну а здесь уникальная конструкция прицепа, созданная им за зиму. Вот смотрите. Значит, у нас большой ветер. Если не будет слышно, то... уж извиняйте. Значит, прицепное устройство уникальной конструкции имеет 4 положения. Его можно ставить в 4 положениях. Можно так ставить. Вот эту можно перекрутить, поставить сверху, снизу или перевернуть вообще можно. То есть очень рассчитано на разные высоты. Если вдруг понадобится что-то другое, плюс можно снять вот этот механизм и вставить в другой какой-нибудь, там в адаптер или еще во что-нибудь. Здесь тоже подножка уникально сделана. Видите, болт вынимается, подножка туда складывается. И вот в это отверстие, соответственно, оно сместится сюда. Вставится 5 болт, и подножка зафиксируется. Вот, тормоза. Тормоза цилиндрик от Запорожца главный. Бачок и педаль. Широкая, видите, чтобы было легко попасть в нее. Резинка будет ставить? Да, еще батя резинку сюда планирует поставить, потому что здесь вот специально просверлено еще для этого. Сиденье, видите, установлено с открывающимся верхом. Здесь можно ящик для инструмента такой вот использовать. Кузов, профильная труба, борта открываются. Да, снимаются вот здесь, откручиваешь. Не, ну снимаются, я имел в виду. Да, хотел сказать, снимается. Болтик откручиваешь и снимается. Кузов тоже съемный. Все здесь сделано очень так продуманно. Вот здесь болтики чик-чик, кузов снял. Да? Да. Два здесь болтика. Вот, здесь будет ящик. Ящик сделан. Вот. Здесь тоже ящик еще будет сделан. Ступица. Ступицы пассатовские, две штуки стоят. Дисковые тормоза. Получается, вот там трубка идет. Ну, здесь предельно просто, две ступицы просто приварены. Вот так, посмотрите, там, может, видно, не видно. Ну, в общем, не совсем там видно. Но, тем не менее, вот такая рама, два профиля, один так, второй вертикально приварен. Это 40 на 40, пап, да? 40 на 40 и 20 на 40. 40 на 20. Да, этот так приварен, а этот так. Усиление такое своеобразное. Так, задний борт не сделан, почему? Потому что тут сделана свертывающая конструкция, свертывающая транспортерная... Стягивает полотно. Лента? Да, лента. Полотно такое будет стягивать. Это типа выгрузки? Да. Вот, здесь будет лента транспортерная, типа выгрузки такой. И будет разгруживаться. Фонари, вот видите, тоже установил. Ну, в общем, зима прошла не зря. Сейчас попробуем запустить мотоблок, прицепить этот прицеп и проехать. Не знаю, что с этого выйдет, но надеюсь, не развалится. Так, выкатили мотоблок. Значит, здесь батя уже внес изменения вот такие. Поставил шпильку, чтобы колесо было удобно одевать. Без шпильки его тяжело поставить. Да, потом поставится гайка. Также здесь вот сделал выход такой. На вом. Он вынимается. Вот так вставляется. И кардан. И кардан можно ставить, использовать там под что-нибудь. Подсосе плохо работал, а сейчас уже лучше. Ну, пусть работает. Ты не убрал полностью. А, только половину? Да, покажи вот тут твое, я тоже смотрю. А, вот, лом работает. Ну, хочет вывалиться, видишь? Ой. Вывалиться хочет, не до конца вставили. Не, мы не до конца его застопорили. Да.
Он без сцепления, наверное, будет включаться. Просто не застопорили до конца, поэтому он выскочил. Париться здесь получается это. Блин, ну ветер просто космический. Вот так, видите, подножка складывается. Давай. Первый выезд. Ну как? Тормоза проверь. Тормозят. Только одно колесо что-то тормозит. Вот это пошел. Это какая, пап? Я не знаю. Это уже, наверное, четвертая была. Ну, наверное. Вот четвертая. Проедь дальше. Ну, ты тут не вывернешься. Нет. Удобно, реверс. Видишь, реверс удобно. Смотри, тут колесо там не зацепило. Хорош, хорош. Правда, чуть больше. Просто надо было вдать. Туда? Да, чуть-чуть бы сдвинуть. Дай-ка. А? Ну, тормози. Давай. Все работает. Хорош. Левая не хочет. Сейчас будет сдавать на права. С прицепом. Еще надо. Хорош. Первого раза не сдал. Стой, стой. Как нейтралка включается? В реверсе нейтралка, а в реверсе? Да я проеду. Я тоже хочу проехать. Надо, видишь, ручник нужен. Да, надо ручник. Надо удлинять. Ну, не залезть, не вылезть, да, получается? Ну, надо. Проходит успешно.
ручник. Надо под две подкладывать, иначе в сторону уйдет. В общем, прикольный аппарат, друзья. Но нужно удлинять. Мешают эти штуки. Да, сантиметров 10. Минимум. Подождите. Минимум 10 надо. Так, друзья, вот батя еще вынес такое вот изобретение свое. Это получается фреза. Гусиные лапки он называет. Видите, они так напоминают, как гусиные лапы. Вот, тоже самодельное. Еще не опробовано, но он надеется, что все пойдет. Вот, сделано это из рессорного листа, вот это вырезано. ГАЗ-53, да. Это сделано из фрезы дисковой. Из диска. Из диска? Да, из диска сцепления? Нет, из диска. Из дисковой бараны такой вот, да? Да. Вот, это вал из запорожской подвески, там торсионы, где эти ходят. Внутри. Вот, так что тоже будем пробовать. Эксплуатировать эту вещь, она, в принципе, очень классно должна работать. Единственное, неизвестно, как она на мотоблоке пойдет на этом. Вот. Ну, посмотрим потом. Вот, так что такие новости. Сейчас мы отправляемся посмотреть, как там наш Кунг. Для тех, кто соскучился по Уралу, вы много мне писали. Мы уже возле Урала. Вот он стоит, красавец. Процесс движется, но очень сильно тормозит нас то пресловутое качество СССР, которое здесь по Кунгу просто уже Сашу заставляет плакать. Убрал он вот эти поворотные муфты. Вот она как выглядит. Очень много промучился. Вырезал здесь люк. Здесь нужно было чуть-чуть подгнившая часть. Вот так он выглядит внутри Кунг. Вот такая пена какая-то, вообще непонятная. Очень-очень плотная. Вот, сейчас будем здесь заделывать, то есть занимается крышей Саша очень плотную. Почему? Потому что много мест, где плывет крыша. Вот, ее нужно обязательно заделать очень тщательно и профессионально, чтобы не было утечек. Вот здесь он тоже заделал в задней части, но он уже здесь так прям выгибал эту дощечки. Он, конечно, заморочился, и это неправильно так делать, я считаю. Это слишком уже круто. Вот, значит, что еще было сделано? Смещена дверь. Тоже огромный кусок работы. Видите, все болтики, шурупчики открутить снизу, сверху. Смещена, чтобы здесь можно было пошире сделать шкаф и сиденье. Дверь будет открываться вовнутрь, дабы здесь сэкономить пространство. Вот в этой части комнаты. Вот. Раскручены все шурупы. Огромное количество. Вот здесь все раскручено. Все откручено. То есть процесс очень-очень трудоемкий, очень много. Сашу я не подгоняю, почему? Потому что если гнать, то будет косячно все получаться. Печка вот так наша будет выглядеть. Значит, она примерно установлена уже Сашей. Также баки я купил. Бак под горячую воду, под холодную воду еще пока не знаю. Не совсем нам этот нравится бак. Это зиловский, это 66-го. Вот, не совсем нам нравится, он чуть великоват. Поэтому еще будем думать, смотреть, то есть еще будем решать. Вот, но в целом процесс не стоит. Чуть-чуть вам снял, чтобы вы посмотрели, не скучали и знали, что работа не стоит на месте. Вот, поэтому как-то так. Еще работы очень много, естественно, но сейчас погода наладилась, у нас были дожди там постоянные, поэтому не было сильной возможности, скажем так, работать, и проблема в том, что вытекание будет еще высохло, когда зашиваться. Вот, так что, друзья, вот так. В общем, спасибо, что смотрели это видео. Все движется, все хорошо. Желаю вам хороших людей на жизненном пути. Всего самого, самого наилучшего. Всем пока.